Привет-привет! Добро пожаловать в новый вложик. У меня сегодня отличное просто настроение. Хочу сказать вам огромное-огромное спасибо за все ваши комментарии под нашим видео с Женей предыдущим. Так интересно было их читать. И отдельно хочу спасибо сказать девчонкам, которые меня поддержали, так сказать, написали «Женя, а-та-та». Мне было очень приятно, так как бальзам на душу, учитывая все страдания, которые я пережила. Ну ладно, это я, конечно, драматизирую, шучу, все хорошо. Вот, так что спасибо вам огромное. Вообще, просто вы у меня бусечки. Ну что, врываемся, скажем так, в наши будни. Буду рассказывать вам, чем я занимаюсь, держать вас, так сказать, в курсе. Немножко про ремонт, немножко про себя. И сейчас я еду в магазин. Мне нужно купить продукты. А еще хочу забежать в Брокарт и купить себе кушин для лица. Вот. Так что поехали. И пока я еду, вы поставьте пальчики вверх под этим видео. Ладно? Я подожду. Поставили? Поставьте. Я уже, кстати, пришла в торговый центр, увидела вывеску «Антошка» и сообразила, что мне еще нужно в детский магазин купить Давиду труселей. Потому что как-то он со всех очень резко вырос. Нравится мне в последнее время этот магазин. Тут и хороший выбор игрушек. Это не реклама, если что. И одежки всякие есть. В общем, товары для детей. Короче, пошли смотреть. Выгребла все, что есть в его размере. А еще нам нужны чешки в садик. Мы уже купили две пары, но они ему не подходят по подъему. Оказывается, у Давида высокий подъем. До чешек мы этого как-то особо не замечали. Вот, беру третий, очередные. Надеюсь, эти подойдут. Так, ну что, Брокарт? Кстати, видели новые упаковки Dior? Смотрится, конечно, очень круто. А еще очень нравятся футляры для моих любимых помад Guerlain Rouge Gin. Эти мохнатенькие, прикольные, в стразах, в пайетках. Круть. Но пришла я за вот этим вот кушеном от Clarins. Слышала на него много положительных отзывов. Хочу себе кушен новый. В общем, буду пробовать его. Надеюсь, есть мой оттенок. Бренда Clarins очень классные тональные средства. Мне кажется, они очень сильно недооценены, поэтому обратите внимание. Есть. Как я раньше с ума сходила по этим ароматам и насколько я сейчас к ним равнодушна. Даже не то, что равнодушна, я от них задыхаюсь. Вот эта роза красивая, но уж слишком насыщенная. Тяжело с ней. Знаете, послушала, я же в голове больно стало. Ну, я рада, что я купила кушин. Он, кстати, со скидкой обошелся мне в 950 гривен. Напишу, сколько это в долларах. Вот сейчас в Брокарте выдают карточки на 40%. В декабре они выдавали до конца января, а сейчас выдают до конца марта. Взяла пару эко-сумочек и идем за продуктом. Ну и первое, что у нас всегда заканчивается, это отсылка к предыдущему видео. Ладно, шучу. Лучшая елочка в мире для моего мужа. Нужно взять пару хуетиков, только чтобы они были не слишком твердые, потому что когда он очень твердый, то его очень сложно чистить. Как всегда, хотела взять немножко, потому что спина болит. В итоге нагребла тонну. Так, мне еще нужен шоколад выше 75%. Линт не вижу, возьму вот такой. Все, уже в машинке скупилась, набрала на самом деле кучу куриных грудок, овощей, потому что кое-кто нажрал за новогодние праздники 4 килограмма, и теперь их нужно срочно скинуть. Ну ничего, я знаю, как от них быстренько избавиться и что делать. Удобно? Самое главное – это чешки. Вот эти уже с таким подъемом, с такой резиночкой, по идее, не должны жать, да? Да. Смотри, какой у меня красивый маникюр, когда и вспышка работает. Я буду играть с мамой игру Монополия. Я изначально купила ему вот такие вот чешки. Тут тоже резиночка, но она, видите, не полностью. И вроде как мы примерили, все нормально. Но в процессе танцев... Что, зайка? Но поэтому это акуленок. Акуленок, да. Но в процессе... Вообще-то это кит. В процессе танцев у него начинала очень сильно отекать нога. Хороший акуленок. Хорошо, хороший акуленок. Я купила на размер больше, и в них тоже отекала нога. Я надеюсь, что вот с этими чешками такой
проблем уже не будет, потому что вернуть их, конечно же, уже нельзя. Один раз надели, и все, и не подходит. Вот денег не жалко, просто жалко, что это такой, знаете, перерасход, потреблятство, как я это люблю называть, ну, ничего не поделаешь. Кстати, себе я тоже кое-что купила, а вернее забрала заказ любимого сайта Натина. Это средство по уходу за волосами. Во-первых, обратите внимание на мои волосы. Я просто в шоке. Это они просто высохли самостоятельно, и у меня такой крутой прикорневой объем. Помню, раньше, когда я пыталась создать такой хотя бы объем на волосах, мне нужно было пользоваться плойкой Гофре, использовать пудру для прикорневого объема, делать начес. А сейчас у меня волосы вот так вот объемно ложатся самостоятельно. Конечно же, все это благодаря лечению против моей андрогенной алопеции злосчастной. И волос отрастает прям очень-очень много. И я безумно счастлива. Так вот, уход за волосами. Конечно же, за длиной и за кожей головы нужно ухаживать. Мои самые любимые средства, я их вам уже миллион раз показывала. Это бренд Nanogen, он малоизвестен, но он, именно он, идеально подходит для людей, которые страдают постоянным выпадением волос, также какими-то видами алопеции, и плюс для людей, у которых тонкие, хиленькие волосы. Эти средства, они делают волосы реально плотнее, толще, объемнее, в общем, очень круто работают. Не знаю, сколько я уже упаковок использовала, продолжаю покупать и продолжаю с удовольствием пользоваться. Они у нас в Украине особо недоступны, продают разве что какие-то перекупы по бешеным ценам. Я их заказываю на сайте Look Fantastic, там более-менее нормальная цена, плюс есть постоянно какие-то акции и скидки, поэтому беру сразу несколько комплектов вот таких вот бальзам и кондиционер и с удовольствием использую. И еще нужно обязательно любой уход за волосами чередовать, поэтому на сайте Натин я заказала вот такой вот набор, увидела рождественский комплект. Шампунь и кондиционер Global Keratin. Это увлажняющая линейка. Они у меня уже когда-то были, очень мне понравились. Очень хорошо работают с волосами. Действительно, их увлажняют, делают такими блестящими, гладенькими, напитанными. Поэтому решила повторить. Тем более, что на сайте были скидки. Они получались по очень приятной цене. Ну что, играем в Монополию? Да! Да! Давид очень любит играть в Монополию, но только с целью попасть в тюрьму. Да, я играю в Монополию, я хочу попасть в тюрьму. У вас прошла секундочка, а у нас наступил уже совсем другой день. Я даже успела уже подстричься, сделала себе такое каре на удлинение. Захотелось освежиться, очень-очень мне нравится и очень я довольна. И хотела с вами поделиться отзывами об этом кушании от бренда Clarins. Тоже, вы знаете, он меня приятно порадовал. Вот все-таки посмотрела много разных отзывов на YouTube, почитала в интернете. Девчонки его хвалят, и не зря. Очень хороший, вот он у меня целый день на лице, и лицо, как вы видите, выглядит прекрасно. Стойкий, удобный в использовании, незаметный на коже, хорошо перекрывает какие-то недостаточки. Единственное, что у меня кожа нормальная, раньше она была комбинированная, сейчас она нормальная, ближе к сухости, и мне его нужно все равно припудривать. Поэтому на жирной коже, я думаю, что может немножко блестеть и плыть. А на сухой коже вообще будет супер. Ну и формат, конечно, супер удобный. Если честно, я уже вышла из того возраста, когда мне хочется брать кисть, наносить тональную основу, потом мыть эту кисть, и даже спонж мне лень использовать. Поэтому вот такой вот формат кушина, когда ты бах-бах нанесла, размазала, припудрилась и побежала. Очень-очень удобный. В общем, девчонки, если вы в поиске, могу рекомендовать. Классная штучка. А еще я вам покажу сейчас кое-что интересное. Уже готов первичный вариант расстановки мебели, планировки. Мы все это долго обсуждали, решали, где какие стены нужно переносить, где что достроить, где что будет стоять. И вот утвердили финальный результат. Теперь ждем визуализацию совсем скоро. Она будет готова, и я вам обязательно покажу. Вот как я обещала, украли мы кусочек Жениного кабинета для того, чтобы сделать при входе шкаф, вешать туда уличную одежду и ставить уличную обувь. Здесь у нас будет котельная. Женя сейчас активно занимается всеми этими вопросами. Я прям так горда своим мужем, что он так активно включился. Все технические моменты на нем, и он просто отлично справляется. Дальше санузел с душевой кабиной, дальше кухня, гостиная, лестница и
на втором этаже, вот мы поднимаемся по лестнице, это будет гостевая комната, это будет детская Давида, еще один санузел, наша спальня, и вот это будет моя такая гардеробная и макияжная. Жениных вещей здесь не будет, я так решила. Его вещи будут в спальне, а здесь даже духу его не будет. Тут будет женское царство, как и моего духа не будет в его кабинете. Вот там он может делать все, что он хочет, а у меня здесь будет вот такая вот красота, макияжный столик, в общем, вещи, может быть, вот здесь, если хватит денег, еще поставим стеклянный стеллаж для сумочек, ремней, там всяких аксессуаров, зеркало в полный рост, короче, будет красота, я уже прям в предвкушении, очень-очень жду визуализацию, надеюсь, может быть, в следующем влоге вам уже покажу, что получится. И, кстати, агентство, которое делает нам дизайн-проект и которое будет заниматься курированием ремонта, я нашла благодаря одной из вас. Представляете, это еще одно доказательство, насколько мы друг другу помогаем, мы друг друга поддерживаем, и мы друг другу вообще полезны и интересны. В общем, организатор этого агентства, Юля, она когда-то делала ремонт у одной из вас, у моей подписчицы. К сожалению, не знаю, как тебя зовут, но с удовольствием бы познакомилась. Поэтому обязательно, если ты смотришь это видео, отзовись. Вот, значит, она делала ремонт у моей подписчицы, и эта девушка, моя подписчица, говорит: «Юля, а купи рекламу у Даши Войс, у нее такой классный профиль, такой интересный, такая классная аудитория, вот мне кажется, она очень хорошая девочка». И Юля мне написала. Так мы с Юлей познакомились, я действительно сделала ей рекламу, это было 2 года назад, я сама, конечно же, подписалась на ее профиль, потому что я рекламирую только то, что мне нравится, и стала следить за их деятельностью. Мне настолько нравились ремонты, которые они делают, я не отписывалась 2 года, я следила за их работами и переписывалась регулярно или даже созванивалась с Юлей, с организатором этого агентства, и мы как-то так с ней нашли контакт, очень приятно общались, не только уже о ремонтах, но и на какие-то личные темы, и в итоге, когда пришло время делать ремонт у себя в доме, то я обратилась к Юле, потому что мне очень нравится их работа и потому что я ей доверяю. Так что вот так, благодаря моей подписчице, я нашла дизайнера, который сейчас занимается ремонтом, проектом, потом ремонтом нашего дома. Так что, девчонки, вместе мы сила и ого-го, какая, представляете? Вот, поэтому я вас очень сильно люблю, я очень благодарна каждой из вас, что вы меня смотрите, что вы меня комментируете, что не ленитесь ставить пальчики вверх, для меня это очень важно, конечно, как для блогера и в первую очередь, как для человека, потому что у меня, мне кажется, самая классная, самая добрая, самая умная, самая искренняя аудитория. Вот. Ладно, все, буду заканчивать это видео. Уже очень много наболтала. Я вас люблю. Пока-пока, до скорых встреч.